Всем доброго времени суток, друзья! С вами СОП, и это Base One. Космическая стратегия про строительство космобазы. Да, мы продолжаем прохождение кампании. Прибытие закончили, металлолом закончили, и начинаем угрозу. Небольшая передышка после тяжелой работы. Из большинства обломков Гераклиды удалось извлечь массу полезного. Теперь колонисты сталкиваются с новой опасностью. Необходимо действовать быстро. Да, продолжаем режим обучения. Да, изучаем игрушку и начинаем проходить ее. Старт, погнали! Наш хаб встречает нас, раскладывается наша плюшечка. Так. Угроза. Система «Надежда». 300 тысяч километров от червоточины. Будет ли у нас здесь новый персонаж? Брифинг. Младший инженер, приветствую вас. Генри попросил меня с вами срочно связаться. Он сейчас вместе с Адель на втором грузовике осматривает последнюю группу обломков. С ним пока нет связи из-за помех от червоточины. Что случилось? У нас большие проблемы. Выброс обломков Гераклида из червоточины породил массу гравитационных аномалий. Часть астероидных полей пришла в движение. При этом гравитация планеты не дает им улететь из системы. И что? А то, что к вам идет очень плотное метеоритное поле. Оно движется по длинной орбите вокруг планеты. Вот черт, вы можете отбуксировать нас в сторону? Мы просто не успеем. Поле очень широкое и очень плотное. Контакт никак не избежать. Есть одно решение. Но будет непросто. Я слушаю. Нам удалось найти две ракетные установки с Гераклид. Управляющий блок у них поврежден, заряжающий механизм тоже. Но они вполне пригодны, если их собрать. То есть нам придется наводить их и стрелять вручную? Именно. Это довольно проблематично. Но если постараться, можно сбить несколько крупных астероидов, чтобы пробить брешь в поле. Правда, есть одна проблема. Мы не нашли боеприпасов. И чем же нам уничтожать метеориты? Плохими словами. Вокруг вас масса мелких обломков. Если их переработать, мы полагаем, можно получить компоненты для боеприпасов, а затем собрать их на танке. Времени немного. Разворачивайте оборудование. Как только будете готовы, мы привезем вам ракетные установки. Понятно, начинаем. Ну что? Так, нам опять дали какое-то количество модулей. Я так предполагаю, что и связи у нас, точнее соединения, тоже все доступны. Что у нас? Задача боеприпасы. Установить пусковую установку зонда, установить переработчик, установить автоверстак, построить стыковочный порт и сделать 60 кустарных боеприпасов. Хорошо, начнем с чего? Ну, наверное, построим производство переработчик. Переработчик. Раз. И автоверстак. 2. Есть контакт. Хорошо. Давайте проверим связи. Связи. Судя по всему, у нас здесь нету с вами обеспечения теплом и кислородом. Так, один генератор направляем на эти два модуля. Второй генератор направляем... нет, не сюда. Эх, а как мне его отменить-то? Так вот, да? Замечательно. А второй генератор отправляем сюда и, собственно говоря, сюда. На ангар и на производство. Хорошо, теперь с кислородом. С кислородом такая же песня. Генераторы подключаем эти два модуля. Они у нас теперь автономные. И подключаем этот генератор сюда и сюда. На ангар и производство. Хорошо, вроде как все сделали. Теперь нам нужно построить с вами стыковочный порт. Я думаю, что для этого нам нужно построить еще один аварийный генератор. У нас как раз под него есть место. Замечательно, связи настроили, аварийный генератор к постройке запустили. Пока у нас зонд летает. Я так правильно понимаю, что он летает уже или нет? А, нет, он еще не летает, оператор не пришел, потому что здесь не было кислорода. Где датчики? Ага, датчики у нас с этой стороны. Кислород появляется, тепло потихонечку появляется. Хорошо. А, замечательно. Что у нас в переработчике? Металл и обломки двигателя. Пока по нулям. Ладно, зонд сейчас заработает, и все должно начать, шестеренки должны начать крутиться. Хорошо, мы можем построить еще один модуль, получается, стыковочный порт. Да, стыковочный порт. Ну что, куда его будем ставить? Да, наверное, вот сюда. Так, развернем.
Если что, буковка R разворачивать. Строим стыковочный порт. В общем, задачи первоначальные мы с вами расставили. Расставили. Даже у нас теперь аварийный генератор с вами готов, и его связи нам тоже нужно настроить. Настроить, а пока некуда его настраивать-то. Хорошо. Угу. Зонд уже вернулся. Одна точка пропала. Что ты нам привез, зонд? Будет сообщение, нет? Сообщения что-то нету. Но зонд уже продолжает летать. Металлолом. Берем все, стартуем, пускай начинает перерабатывать. Перерабатывать в полезные ингредиенты. Хорошо. Стыковочный порт у нас готов. Ну, как готов? Собирается. Металлолом. Собственно, нам осталось с вами построить стыковочный порт и кустарные боеприпасы начать изготовление. Хорошо. Увеличиваем скорость. Я думаю, что на трешечке по-быстрому сейчас зонд все соберет. Собирает же? Да, собирает. А мы пока с вами, наверное, перейдем в настройку связи и подсоединим кислород. И подсоединим с вами тепло от нового генератора к стыковочному порту. Что ж, вроде все хорошо. Никаких больше показателей я сильно не вижу. Можно снизить скорость. Что у нас в переработчике? Переработчик все еще делает металлолом. А что так, не работает что ли? А, походу оператора нету. Да и здесь оператора нету. Ребята, что это, вы зависли что ли? Идите работайте. Здесь оператор есть, здесь оператор есть. А у нас еще серенький чувачок где-нибудь бегает, нет? Угу. Больше серенького чувачка у нас нету. Нам же производственник для этого нужен. А он, собственно, у нас один. Да. Производственник у нас один. Соответственно, мы тогда перерабатываем все, что найдем. 4 из 10. Маловато будет. Хорошо. Включаем на трешку. Смотрим, что и как. Ладно, пока перерабатываются наши ресурсы, давайте посмотрим, что нам стало доступно в этой стадии компании. Строительство мы знаем, наука недоступна, снаряжение недоступно, экипаж в данный момент так тоже недоступно. Ресурсы, опа, ресурсы. Ага, хорошо. Так, что у нас здесь уничтожить, заблокировать на панели? Что такое на панель? Ну, допустим, не знаю, допустим, электроника на панель. Что изменилось? А, вот сюда попала она. Понятно. Ладно, с панели убираем, ремкомплект с панели тоже убираем. Мне это нафиг пока не интересно все. Получается так. Хорошо, здесь все переработалось. Продолжаем перерабатывать металл. Берем все, стартуем. Все, пошло дело. Здесь у нас пока по нулям. Да, мы еще двигатели не переработали, поэтому у нас, в общем-то, все по нулям. Хорошо. Электроэнергии хватает? Электроэнергии хватает. По показателям все у нас хорошо. Да? Да. Окей. Окей. Окей, Боб. Ждем переработки металла. Да, в отличие от прошлой серии, у нас здесь 4 человечка бегать должны, да? А, да, экипаж я не могу посмотреть. Связь. Связь. А что со связью у нас? Ага, доступно два офицера. Ладно, сейчас запустим переработку. Посмотрим, что мы можем потом в связи. Ну или давайте поговорим с кем-нибудь. Допустим, с Генри. Online. На связи. Рад видеть. Мне нужно поговорить sure. с вами. Ask. Конечно, спрашивай. Что насчет этих метеоритов? Насколько у нас все плохо? Все весьма скверно. У нас есть немного времени, но контакт неизбежен. Мне удалось рассчитать точную траекторию их полета. Метеориты накроют все. То есть эти пушки с Гераклит — наше единственное спасение? Ага. Вот весело будет. Хорошо хоть, что ракеты самонаводящиеся. Стрелять будет проще. Не сомневаюсь. Мы их сделаем. Ты сам-то как? Ты знаешь, несмотря на весь ужас происходящего вокруг, я чувствую себя нормальным. Как-то даже неожиданно. Многие потеряли друзей, кто-то сказал, среди колонистов были даже семьи. Я ни с кем особо не общался. Друзья среди экипажа у меня не было. Насколько я понимаю, Альянс всячески поощрял участие семей в решении.
Разве? Не помню. Я пошел в программу совсем по другой причине. По какой? Поговорим об этом потом, ладно? Сейчас совсем не до этого. Как скажешь, до связи. Что-нибудь еще? Да нет, я так понимаю, с тобой больше не о чем разговаривать. Ладно, увидимся. Я понял, хорошо. Ну что у нас здесь? А время, наверное, все-таки на этот период останавливается. Поэтому нет смысла с ними общаться. Ну да ладно. Так, судя по всему, у нас с вами зонд собрал все, так что питание выключаем для экономии электроэнергии. Тем более, что у нас наступает ночь. А, у нас уже ночь подзаканчивается. Хорошо. Нам нужно... Берем все обломки двигателей и опять же перерабатываем их в хорошие полезные компоненты. Так, а пока у нас перерабатываются, мы можем с вами спокойно начать готовить ракеты. Тем более, нам нужно 60 штук. 15 за, то есть одна единица это 15 штук. Хорошо, значит сейчас мы уже выполним с вами первую задачу. Первый набор задач. Задание успешно выполнено. Ништяк. Брифинг, погнали. Вы начали сбор обломков? Если мы в ближайшее время не изготовим боеприпасы, нам конец. Да уже начали. Когда вы привезете ракетные установки? Уже летим к вам. Ожидайте. До связи. Какой-то быстрый у нас брифинг был. Да, сеанс связи. Хорошо, мы можем еще сделать. Стартуем еще ракеты. Так, обломки делаются, делаются. Ракеты производятся, производятся. Стыковочный порт занят, соответственно, сейчас прилетит кораблик, пристыкуется и привезет нам новые вещи. Построить ракетные установки. Где? Стыковочный порт. Здесь у нас ничего нету. Установка оборудования. Устройство и оборудование. Здесь тоже ничего нового. Хорошо, ждем тогда, ожидаем. Время на максимум. И стыковка. Оп. Бум. Ну, где народ? А, народ нам не обещали. Нам обещали технологии. Так, тут перерабатывается все, ракеты строятся. Хорошо. Нам привезли оборудование-то. Стыковочный порт. Доступен новый модуль. Во, ракетная установка. Построить ракетные установки две штуки. Вот они. Так, ракетная установка Т-1. Эффективное средство для уничтожения любых медленных целей. Медленных целей. Доступные подключения. Тепло, кислород, логистика. Хорошо. Давайте, наверное, одну здесь поставим. Прям вот так, вплотную. А вторую вот здесь поставим. Оборонительные сооружения наши. Что у нас там с производством боеприпасов? Здесь ресурсы закончены. Хорошо, здесь... О, еще 11 штук можем сделать. Ну, точнее, не 11, их получается намного больше. Одна единичка это 15 единиц, как мы помним. Хорошо, ладно, давайте с Адель пообщаемся. Че она там у нас? Да-да, мне нужно с вами поговорить. О чем вы хотите меня спросить? Как вы, держитесь? Вы знаете, я в ужасном состоянии. Конечно, стараюсь улыбаться, шутить, не думать о том, что случилось с Гераклидами и другими кораблями. Но на самом деле мне очень плохо. Когда все это началось, обучение, стажировка, полеты, это было так захватывающе и романтично. Сейчас все иначе. Понимаю. Но мы справимся. Вы так думаете? А мне кажется, мы обречены. Обычно в жизни я очень жизнерадостный и эмоциональный человек. А тут меня как будто выключили. Мне страшно. Вы не одни. Никто вас не бросит. Ха, всем нам пришлось нелегко. Вы правы. Буду стараться думать о деле. Иначе мне грозит глубокая депрессия. А это нам совсем ни к чему. Именно. Думайте о хорошем. Еще что-нибудь? Да нет, хорошо, увидимся. Понятно. В общем, сеансы связи такое себе, если честно. Что ж,
Увеличиваем скорость на троечку. И постараемся, давайте. Ага, одна установка готова. Стоп. Сбрасываем скорость. Что у нас с ракетами? Ага, 4 из 11. Ну, пока готовится, пускай будет так. Что у нас здесь? Кислорода нет. Огня, тепла нету. А нужно ли оно сюда? Не знаю. В принципе, этот модуль непроходной. Боевой режим. Ага, то есть мы будем его еще как-то управлять. Хорошо. Две ракетные установки готовы. Задание выполнено. Автосохранение. Да вы что? Стоп. Если это автосохранение, давайте на всякий случай я сохранюсь. А то вдруг мы с вами попадем в какую-то ситуацию. Потому что я так понимаю, что нам сейчас в ручном режиме нужно будет от астероидов освобождаться. Ну, скажем, как освобождаться? Защищаться. А вдруг у нас что-то не получится? Ладно, запускаем брифинг. Это Генри. Вы собрали ракетные установки? Вот это да. Как я вижу, они не в очень хорошем состоянии. Но еще поработают. Ну как, вы готовы? Не знаю даже, можно ли быть к такому готовым. Вариантов у нас нету. Согласен. Согласен. Постарайтесь сбить как можно больше астероидов. Повреждений... Так, продержитесь некоторое время, пока поле не пролетит мимо. Вас понял, увидимся. Хорошо. И что нам делать? Так, опа, боевой режим. Вы можете вручную контролировать наведение и стрельбу. Для этого выберите ракетную установку и, нажмите кнопку «Боевой режим». Понял. Понял, понял, понял. Так, откуда полетят у нас астероиды? Выбираем. Так, вот у нас боевой режим. Это, я так понимаю, зона действия ракет. Хорошо. Откуда будет стрельба идти? Я пока не вижу. Опа, метеориты. 3 минуты 50 секунд. Нам нужно продержаться 3 минуты 50 секунд. А у нас, знаете, за запасов боеприпасов хватит? Что такое 5 из 10? Непонятно. Ну да ладно. Где у нас метеориты летят? Откуда? Эти? Нет. Так, отсюда тоже не видно. Ждем, ждем. Мы в боевом режиме. Ожидаем. Нажмите Escape для выхода. Нажали. И что мы увидим? Может быть, так увидим, откуда метеориты летят? Да что-то как-то не особо видно. 3.20. Стоп, вижу. Выбираем, значит, вот эту станцию. И начинаем палить. А, опа, мы можем прямо вот на таком расстоянии, да, все это делать? А мне нужно по очереди как-то их выбирать? Или... Почему вот этот, блин, ёкарный бабай? Вот этот, попадите вот поэтому. Что вот это за полоска? Ё-моё! Так, понятно, нам нужно по ближайшему по очереди делать. Или нет? Хорошо, этот я выбрал. Этот почему-то сам... Само стреляет. Вот поэтому, пожалуйста, попадите. И по вот этому. По вот этому. Ага, его только увеличили скорость ему. Что? Все? Капец? Хана? Ну, судя по всему, да. Игра окончена. Хаб уничтожен. Плохо дело. Плохо. Что ж. Начать заново? Да, начинаем заново. Ну, точнее, не совсем заново. Я так понимаю, что нам сейчас загрузит с самого начала вообще всю миссию. Но мы же не зря с вами сохранились, правильно? Так, да, не зря. Так, это можно как-то пропустить? Не особо. Не особо. Три-т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 ри. Не-не-не, братан, я с тобой уже общался. Да-да-да, все это проматываем, пропускаем. Так, идем загрузить игры, загрузка игры. Где мы говорим сохранение 2? Вот это, да, угроза. Загружаемся. Так, нужно понять, как работать этими ракетными установками. Так, хорошо.
Диалог пропустим, наверное. This is Henry. I agree. Try to... Погнали. Так, у нас с этой стороны вроде как дальние все летели. Но опять же, выбираем эту станцию. Это мы все знаем. Непонятно мне механика, как мне в этом боевом режиме нападать. Но я так понимаю, что нам нужно просто вот прямо на этой границе доступа, палить по тем метеоритам, которые направляются конкретно в наши... конкретно на нашу станцию. Но я пока не вижу, откуда бы они летели. Интересно, здесь рандомно или все полетит с той же стороны? Ага, все, я вижу. Они вот с той стороны летят. Так, выберем камеру, чтобы она прям... Вторая, третья. Третья ракета. Сюда. Хорошо. Они по две ракеты, что ли, выпускают? Почему они не... Мелкие обломки меня не сильно парят. Меня парят, получается, большие обломки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да как с этим справиться-то? Хаб, ребята, в хаб летит все, в хаб. Похоже, что сейчас у нас все-таки получится, но мы с вами можем потерять солнечную станцию. Мы, точнее, уже ее потеряли. Ладно, буду вот таким макаром прокликивать все возможные цели. Не знаю, получится ли у нас это. Видимо, здесь не от скорости все-таки зависит, а от траектории. Вот этот обломок еще, он в хаб ровно летит. Да, нам нужно защитить хаб. Я не понимаю, она вторая автоматически работает или нет? По-моему, они замедлились, нет? Что ж, вроде у нас как бы получается. 3 из 10. Что 3 из 10? Это что значит 2 из 10 теперь? Это запас ракет? Или угроз? Наверное, это все-таки угрозы. Ну, эти мелкие, я до них даже навестись не могу. Да, это угрозы. То есть мне даже не по всем надо было палить. Ну, вроде получается тогда все. А на мелкие они сами наводятся, что ли? Я больше не могу... Нет, могу, наверное. Вот еще в мелкие могу. 5 из 10 опять. Это что, у нас с другой стороны где-то, что ли, идет что-то? Или все-таки это запас ракет? Наверное, все-таки это запас ракет. А, это, скорее всего, запас целей. То есть я могу одновременно выбрать 5 целей, да? Ага. Это хорошо. Это не может не радовать. Ну, вроде мы со второй попытки, но мы вроде как продержались. Да, я так понимаю, что это запас целей, которые могут быть отслежены. Ух ты. Ну, мы вроде как отбились. Так, ну что, теперь давайте, наверное, целостность смотреть, да? Здесь половина целостность. Здесь у нас что? Покоцали. А вот солнечные батареи, скорее всего, у нас... Да, прям в мясо. В мясо. Время завершения задания 3 минуты. Задача успешно выполнена. Ну что, теперь нам, я так понимаю, нас ждет восстановление. Восстановление нашей космобазы. Будет брифинг? Что это такое? Системное оповещение. Погибли. У нас двое погибших. Да, они были в солнечной батарее. Угу. Эх, ну ладно, что, убираем. Так. Вот это было зрелище. Это невероятно, но вы справились. У нас отличные новости. Мы закончили осмотр всех обломков и нашли массу полезного для вашей станции. Я уверен, вам понравится.
Это будет сюрприз? Похоже на то. Теперь основная задача — найти новое, действительно безопасное место для новой большой станции. Мы прямо сейчас этим займемся. Жду от вас новостей. Хорошо. Миссия завершена? Миссия завершена. Что ж, друзья, мы закончили очередную серию по компании Base One. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить палец вверх. Подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. С вами был Соб, увидимся в следующих сериях. Не забывайте писать комментарии.